Пять девушек, одной из которых едва исполнилось 18, задержали в Саратове за занятие проституцией. Выяснилось, что они занимались оказанием интимных услуг как на съемной квартире, так и в сауне. Цены на услуги зависели от того, где работают девушки – на выезде или принимают гостей на своей территории. Задержание трех девушек проводилось на съемной квартире, куда они охотно пустили подставного клиента. А вот перед оперативниками дверь закрыли. После нескольких часов обороны силовики все же проникли в квартиру, где обнаружили в шкафчике деньги, а под подушкой – интимные атрибуты. Девушки говорить с оперативниками отказались. Чего не скажешь о других, пойманных в сауне. Здесь проститутки, одной из которых на днях исполнилось 18, охотно беседовали с полицейскими. Давно работаешь? В смысле давно работаешь? Недавно, блин! Недавно? Сколько стоит? 2000 час. Полицейские отмечают и нововведение в этом бизнесе. Теперь защищают права девушек легкого поведения не так называемые мамочки, охранники или сутенеры, а адвокаты. Характерной тенденцией последних лет является тот факт, что при задержании и доставлении в отдел полиции на телефоны девушек, которые оказывают интимные услуги за деньги, начинают названивать их личные адвокаты. В данном случае на задержанных были составлены административные протоколы, и в дальнейшем по решению суда им предстоит выплатить до 2000 рублей штрафа.